Маш, пошли посмотришь, какие здесь смешные смурфики. Да. Это мини-клуб. Вот он здесь, тоже смурфики. Вот мы были в Турции, в Бельконте, там тоже смурфики были. И здесь смурфики. Видать, в Турции их очень любят. Здесь Шрек со слом прикольный. Мы пришли в мини-клуб, и сейчас Тима с Машей будут разукрашивать себе футболки. Маша выбрала Микки, а Тима выбрал Спайдермена. И потом эти футболки можно носить, стирать. Ну, короче, очень такая практичная вещь. Тимош, Маш, получается? Такая яркая футболка будет, супер. И память, то, что мы были в Турции. Можно крутить сейчас? А потом можно одеть. Конечно, можно одеть. Будешь в сад носить, да, Маш? Можно. Тима получается вот такой интересный человек-паук. Полосками будет. Полоска, да, полоска синяя, полоска красная. Прикольно. А у Маши Минька уже почти готова. Вон какая она. Веселая. В детском клубе есть батут. И чтобы дети не толкались, пускают по одному человеку. Вот такие вот веселушки у Тимы с Машей. Тима скалолаз. Внутри детского клуба здесь вот такие вот как вигвамы интересные. Мультик можно посмотреть. И тоже для мини-клуба пасутся пони. Это маленький же ребеночек. А на большой пони, на его мамке, катаются детки. Катаемся на пони. Такая красавица пони. Для детей здесь очень много развлечений. Даже вот такое вот катание на пони. Очень хороший отель с разнообразными развлечениями для детей. А эта малышка ходит за мамой. Пока деток катают, она сама ходит за мамой. Маша любит кушать в ресторане. Здесь очень вкусная еда. Хватит. В Лонг Бич есть детский шведский стол. Они, детки, сами могут себе насыпать еду и выбирать, что им кушать. Вот Машенька себе уже выбрала, что ей покушать. Ну, на парк для деток совершенно бесплатный. Маша! Готовятся ли Тима с Машей, готовятся ли делать пиццу? Вот их уже одевают. Самую вкусную в мире пиццу! Yes. В Лонг Бич продуманная детская программа. Ой, как вкусно, Валя! Маша! У тебя сицилийская пицца? Тима, у тебя какая? Охотничья, может? Да. Да? Да. Вот так наша пицца печется. Пиццейола поставила ее в печь. И Тима с Машей ждут. Когда же испечется пицца? Вон она на углях. И готова наша пицца. Приятного всем аппетита! Маш, вкусно?
Нет, вот Тимофей. Привет, Тимофей. Привет. Ух ты, слушай, у тебя крутая футболка. Кто это? Панда. Панда. Или собачка. Нет, это панда. Прям вот на животе. То есть, чем больше будешь кушать, тем лучше панда будет нюхать. Знаете, да? Кого ты накрасил сегодня? Человек-паук. Слушай, а кто сильнее? Человек-паук или Спайдермен? Они одинаковые, да? Спасибо. Хорошо. Откуда ты приехал, Тимофей? А с какого города? Ух ты, круто. Давайте поаплодируем Тимофею. Окей. Продолжаем. Маша. Шинкаренко. Маша. Привет, Маша. Привет. Откуда ты? С Украины. Вот, с Украины сегодня. Я скажу. А с какого города ты приехал? Отчаял. А, то есть твой друг, брат, брат твой? Нет, это мой привет. А я его тетя. Ничего себе. Тетя, а что ты приготовила для нас сегодня? Музыку, песни. Ты еще и стишок хочешь рассказать, да? Песню какую-то? Ну давай, быстренько, пускай все послушают, давай. Кто же тебя так целует-то? Племянник. Секрет, да? Племянник. Окей, ваши аплодисменты! Петровенко! Еще раз! Ну что ж, давай. Похвастайтесь, Тима и Маша, какие вам футболочки дали. Супер! Маша, у тебя нарисована? Тима, у тебя? Спайдер. Все, день прошел продуктивно, да? Насыщенно. Маша, ты куда спряталась? Теперь Тима спрячется. А завтра нас ждет... Акулы! Вау! Всем спокойной ночи. И рыбки. Угу. Я буду с рыбками. Ждем завтрашнего дня. Пока-пока. Пока. А завтра будут салюты. Да, и завтра у нас гала-ужин, на котором должны быть салюты, кстати, да? Да. Подписывайся. Подписывайся на канал Тим Витач и ставь лайк. А Маша... Еще раз давайте. Подписывайся на канал Тим Витач. И Маша. Пока-пока. Пока-пока.